game 2 weight 65 kilograms. We have in this corner Mambayev Nariman from Team Kazakhstan in red shirt. We have Suraj Kumar Berheram from Team USA in blue shirt. Первым сейчас на ковер вышел наш спортсмен в красной майке Мамбаев Нариман. Прямо сейчас на ваших экранах его соперник из Соединенных Штатов Америки, Сураж Кумар. Напомню, что это весовая категория до 65 килограммов. Как уже было сказано ранее, в этой весовой категории всего лишь 8 спортсменов. Для тех, кто не знает, Нариман Мамбаев является бронзовым призером чемпионата мира по джиу-джитсу. И сразу же бой переходит в горизонтальную плоскость, в партер. Также он является чемпионом Азии по грэпплингу. Сразу по трем версиям, между прочим, по версии Abu Dhabi Combat Club, United World Wrestling и AIGA, Amateur International Grappling Association. Вот такие вот регалии не хватает для всего комплекта наград чемпионата мира, а именно золото чемпионата мира по греблику по версии AIGA. Возвращаемся на ковер. Уже были определены первые полуфиналисты этой схватки, точнее этой весовой категории. Ярослав Блажко, спортсмен из Украины, одолел своего оппонента из команды Ирана Бахмана Хонардара. И сейчас определится между этими спортсменами, между Мамбаевым Нариманом и Суражем Кумаром, определится следующий спортсмен, кто разделит ковер против Ярослава Блажко. Безусловно, является одними из фаворитов этого чемпионата сборная США наряду с сборной Бразилии и России. Пока никто из спортсменов не зарабатывает баллы. Ну и понятно, первые 2 минуты по правилам AIGA баллы не присуждаются за технические действия. Поэтому спортсмены сейчас наблюдают за таймером. И вот теперь как раз таки можно начать работу по зарабатыванию баллов. Если вы вспомните, прошедшая схватка прошла практически по диктовке Ярослава Блажко, о чем и было сказано ранее. 50% успеха зависит от того, насколько хорошо и грамотно и правильно вы понимаете баллы. Прямо сейчас пытается провести гильотину Сураж Кумар. Шея остается в захвате, не дает. Нет, все-таки вырывается Нариман. И сам пытается заработали баллы за свои действия. Но, к сожалению, спортсмены выходят за пределы ковра. Зарабатывает 2 балла. Тем временем 3 минуты остается до окончания этой схватки. На самом деле не то преимущество, которое можно улучшить, но сейчас 2 балла также зарабатывает Сураж Кумар и пытается провести свип. Нариман. 4 балла. Очень плотная, конечно же, борьба, вот говоря на борцовском сленге, на сленге грэпплеров. Достойные спортсмены.
4-4. Возвращаются в центр ковра борцы. Пытается сейчас забрать позицию спортсмен из США. Вот действительно, на самом деле, если мы в предыдущих схватках видели с вами такие больше разборки, наверное, борцов, полуборцов, полугрэплеров, знаете, и много было работы в стойке, то здесь буквально вся работа в партере происходит, особенно вот прямо сейчас, за 2 минуты до окончания этой схватки. 2 балла зарабатывает Нариман Мумбаев. Не самый, конечно же, большой разрыв баллов в баллах, поэтому Сураж Кумар будет сейчас пытаться всеми силами, безусловно, отыграть эти баллы, забрать их обратно. Остается у нас 90 секунд до окончания этой схватки. Если Нариман сможет удерживать это преимущество в баллах, это преимущество в разрыве, мы надеемся, что не увидим овертайма. Овертайм, конечно же, возможен, если сумма баллов за все технические действия будет равна. Равна друг другу. То есть мы увидим с вами ничейный результат. Но будем надеяться, что Нариман сможет сейчас увеличить свой разрыв, свое преимущество. Сейчас пытается как раз-таки занять позицию, за которую и будут присуждены баллы. Здорово, отлично. Сейчас работает. Забирает позицию бокового контроля. И увеличит свой разрыв до 5 очков. Здесь, конечно, уже сложновато будет такой разрыв догнать. Пытался провести удержание сейчас Нариман. Да, вот не совсем понятно с таймером, что происходит у нас. 10 секунд остается и будет рисковать, конечно же, борец из США. И схватка заканчивается. 9-4 именно с такими баллами выигрывает Мумбаев Нариман, с чем мы его поздравляем. Он встретится против Ярослава Блажко в полуфинале. Ну а прямо сейчас мы ждем схватку Нурбулата Алиева против борца из Кыргызстана. Тарбай Жусугула. Давайте взглянем на самые лучшие моменты прошедшей схватки. Кезекті қазақстандық спортшы келесі айналымға жолдама отыр. Нариман Мумбаев келесі айналымда, яғни жартылай финалда дәлел ететін болсақ, украиналық Ярослав Блажко қарсы өтетін болады.